Всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба, привет! Сегодня мы собираем навесы. И вот здесь вот у дома будет навес пристенный. Приехали, раскладываемся. Котяра помогает. Продолжаем собирать каркас навеса. Первый навес побольше, второй там у нас поменьше. Сейчас это все соберем и начнем крыть поликарбонатом. Скоро будем заканчивать постройку навесов. У нас он не один, вот один большой и один вот там вот. Вот он стоит, маленький, 2х2. Сейчас у нас идет крепление ног, точнее обваривание столбов, и заканчивается ставить термошайбы на крыше. Маленький навес уже готов. Сейчас закончим и пройдемся, посмотрим, как это все получилось. Готовы у нас навесы. Навес сделан из профильной трубы 40х40, арки в виде ферм. Также есть труба 20х40, 20х20. Между столбами тоже фермы. К ним крепятся те фермы, которые к стенам идут. Столбы 60х60, подпятники, прибурено, все анкерами, закреплено к бетону. Эти фермы с помощью анкеров держатся к стене. Поликарбонат 8 мм, бронза, крепится на термошайбы, стыкуется профилем с тем базы крышка. И маленький навес. По такому же принципу все сделано, такая же труба. Все это покрашено полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Он вообще с тремя сторонами крепится к стенам и только в одном месте подпирается ногой. Такой симпатичный компактный навес. Навесы. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока!